Всем привет! Существует много разных самолетов реками. Это самый простой самолет и самый, так сказать, худший летающий. Вот. Из тех, что летают вообще, много оригами, какие не летают. И сейчас я вам покажу, как его сделать за 20 секунд. Я постараюсь ложиться в 20 секунд. Вот. Так что видим вот. На нуле. И... Поехали. Двадцать три секунды, и у меня готов самолет. Вот он. А теперь давайте все подробно. Смотрите, берем лист бумаги, сворачиваем его вот так вот. Свернули. Теперь этот кончик. Край. Берем листа вот так, сворачиваем. Этот край снизу. Все, теперь мы сворачиваем это вовнутрь. Вот так вот. И отгибаем крылья. Все, наш самолет готов. И он, я вам скажу, еще неплохо таки летает. Так как самолеты, те, какие в интернете я увидел, они летают вообще плохо, они так, как модельки игрушечные. А это даже, я вам скажу, летающий самолет.